Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Егор Дергачев, рад приветствовать всех вас в своем видеоблоге. Редкий гость моего блога, прогноз на испанскую Ла Лигу. Так что совпало почему-то вот традиционно, да, очень мало прогнозов на этот европейский чемпионат я даю, но сегодня у нас будет приятное, надеюсь, исключение. Мы поговорим с вами про поединок в Бильбао, где местный Атлетик будет принимать Барселону. Барселона, которая пока не впечатляет. Кидайте в меня камни, поклонники каталонского клуба. Но Барселона меня лично не впечатляет. Плюс сейчас непонятная ситуация с всей Каталонией происходит. Но это политика, и в политику я обычно стараюсь не лезть. Матч Атлетик-Барселона. Здесь для меня абсолютный фаворит — это каталонская команда. Атлетик в не самой хорошей форме. Взгляните на последние матчи команды из Бильбао, и вы в этом, в принципе, убедитесь сами. Барселона же постепенно начинает где-то вот так вот подниматься в горочку и выкатываться на свой былой уровень. Но пока что сделать это каталонскому клубу не удалось. Но, тем не менее, даже в том состоянии, в котором есть Барселона сейчас, я подчеркну, что Барселона, хоть она меня не впечатляет, но она не в плохом состоянии. Атлетик она должна обыгрывать. И мне кажется, что Барселона обыграет Атлетик с разницей в более чем один мяч. Поэтому я вам предлагаю ставку фора на вторую команду, то есть на Барселону, минус один. К тому же очень весомый и солидный коэффициент букмекеры дают на эту ставку 1.79. Мне кажется, если не ставить, то к этой ставке присмотреться, ну, в обязательном порядке. Если вы со мной согласны, то жду лайки и подписки на канал. Обязательно добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, вступайте в мою группу ВКонтакте по ссылочкам, которые вы найдете в описании этого ролика. А чуть ниже, в комментариях, напишите свои прогнозы на матч Атлетик Бильбао – Барселона. Dario,